65 обновленных дворов, 36 детских площадок и 30 парковок. Таков масштаб программы «Комфортная городская среда» в Барнауле в этом году. По словам властей, попасть в нее с каждым сезоном пытается все больше собственников. Часто они хотят сделать свои дворы зелеными и построить там спортивную площадку, но начинают с основных работ. Первый перечень – это основной минимальный так называемый перечень работ, в который входит устройство асфальтобетонного покрытия на проездах, устройство пешеходных дорожек, устройство систем водоотведения, устройство освещения. В топе самых активных районов участников программы – Индустриальный, Октябрьский и Ленинский. Жители последнего хотели бы преобразить чуть ли не всю территорию. Система водоотведения и новая пешеходная дорожка – как раз то, о чем мечтают жильцы дома в микрорайоне Гущинский. По мнению администрации, здесь наши дети должны ходить в школу. С наступлением зимы не проще, появляется гололед, а пользуются дорогой жители всех близлежащих домов. Другой пешеходной зоны у нас нет. Нам администрация говорит, что у вас вот пешеходная зона. Пользуйтесь ей. Как? Переплывать. Жителям предстоит решить, будут ли они подавать заявку в программу. Успеть собрать документы нужно до 1 мая. Но и здесь загвоздка. Новые проекты собирают для реализации только в 2023 году. Дотерпят ли люди? Основные работы по комфортной городской среде проводят за счет средств федерального, краевого и городского бюджетов. С 2017 года в рамках программы благоустроили 335 дворов и 13 общественных территорий стоимостью 1 миллиард рублей. Анастасия Болотина, Андрей Печоркин. День с толком.